Что за сонное царство? Здравствуйте! Сколько можно спать? 9 часов утра. Еська, буди Настю. Привет, привет. Буди Настеньку. Настя все спит. Настюшка, пора просыпаться. Мама уже завтрак приготовила. Да? Шар. Шар? Да, это я тебе пообещала. Шар мама сходит. Баба приедет, мама сходит. Идёшь. Ой, Еська к тебе, Настя. А нет, ко мне. Привет, Еська. Сейчас все идем завтракать. Ну, я Еся. Лизнула Еся? А ты ее пожалела по головке? Погладила? Привет. Привет, доброе утро, соскучилась. Так, открываем шторки, да? И говорим, какое добренькое утро. Солнышко светит. А, да. А, да. Да, вода у Еськи. Еське уже насыпали кормик, размягчили. Кушай, Еська. Кушай. Настюшка, и ты давай будешь кушать. А что Настенька будет кушать? Суп. Суп. Мама здесь приготовила ленивые варенички. Так, нам чаек. И садимся завтракаем. Настюшка, ты убираешь салфетки? Нет. Все проголодались. Конечно, все сегодня спали. Уже 9:30. Пей чаёк, Настюшка. Ты завтракаешь? Давай. Так, друзья, у нас сейчас начинается фотосессия. Так, сядь красиво, Настюшка. Поближе. Так, это мы уберем все лишнее. Так, камера. Возьми на Еську красиво. Подожди, сейчас я тебе ее дам. Вот так. Держи. О, улыбайся мне. На меня посмотри. Тебя не видно, личика. Сядь ровно, ровно сядь. Вот так. Ага, улыбайся. Друзья, мы выходим на улицу. Еська остается одна дома. Еська, не скучай. Она уже несколько раз остается дома, так что для нее это уже привычно, да? Ну, не скучай. Вот такие поцелуйчики. Все, Настюшка, махай на Есе, говори пока-пока. Пока-пока.
Скажи, Еся, пока. Еся, пока. Все, выходим, да? А ты свою лопатку большую будешь брать? Шарик. Шар? А, идем за шариком. Все, Еська, не скучай. Не скучай. Так, заходим. Еська, мы пришли. Привет. Привет, собачка. Привет. Ты скучала? Ты скучала? Заходи, Настюшка. Ой, как пищит. Привет. Привет. Еська, ты была одна. Да, мы пришли. Мы пришли, вкусняшек принесли. Тихонечко, Настюшка, тихонько. Ну все, Еська, давай. На. На, спасибо. Ой. Ой. Скучала. Еси. Давай, сейчас пузыри надую. Где они? Вот, Еська. Ой, радужные пузыри. Еська, ты убежала, иди сюда. Еська, Еська, Еська. Еська, Еська. Настенька. Вау! Сисем. Настенька, так ты подожди. Иди, баба. Настюшка, ты все не лопай, пусть Еся посмотрит. Что она будет делать? Голос, Еся. Видишь, сколько пузырей? Ой, Еся ловит. Возьми Настю Есю на руки, показывай пузыри. Во, вверх. Да, показывай. Вон, повернись, вон там. Вон там, беги, беги. Еська, смотри, что мы тебе тут купили, вкусняшки. А как есть? Настюшка, будешь ей давать? Да. Открыть? Да. Угу. Вот такие титбитовские бараньи кишки и вот такой вот рубец говяжий. Они мягкие, в принципе, не портят прикус, поэтому по чуть-чуть можно начинать давать, как первая вкусняшка. Очень хорошо подойдет. Мы уже вот этот рубец из говядины давали. Вон он так выглядит. Сейчас вот откроем вот эти вот палочки, бараньи кишки. Чей шарик? Мой. Настя, Еся за тобой. А где Настенька? Еся, где Настя? А вот она. Ты ей палочку, вкусняшку даешь? Не. Кинь. Все, забрала. Побежала, побежала. Побежала, беги, Настенька. Побежишь за ней, беги, 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 беги. Не бей Есю, ты что?